Ребята, всем привет! В комментариях вы предложили выполнить 100 повторов Men's Maker. Кто не знает, Men's Maker на сайте bodybuilding.com выделено в отдельное упражнение. Но по факту это связка из 5 достаточно энергоемких движений, таких как тяга ренегата, прыжки типа лягушки, взятие на грудь, фронтальный присед и выжимание над головой, жим над головой. Мы видим, что это связка нескольких достаточно энергоемких тяжелых движений, которые мы обязательно в рамках гиревого марафона выполним по раздельности. Сегодня же мы в рамках марафона давайте сделаем лишь тягу ренегата. Становимся в упор и подтягиваем гири к поясу, не разворачивая при этом корпус. Вес подберете. А я попробовал сегодня еще подобрать упражнения, которые можно было включить в связку, и получился бы супер Men's Maker. Можно делать все упражнения с гирями на попа, добавить отжимания и выпады. Выпады с 24-ками на попа у меня не получилось затащить, поэтому сделал с гирями на груди. Также попробовал сделать Men's Maker с 32-ками на попа. Лучшая попытка — это доведение гири до финальной стадии, до жима. Но жать уже, увы, было нечем, поэтому не закрыл даже одного повторения. Это тем, кто хочет от меня получить вызов, попробуйте сделать. Попробуйте сделать на попа всю связку от А до Я с минимальным простоем между движениями. А на сегодня все, ребята. Спасибо за идеи, которые вы подбрасываете в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.